Книга «Неиссякаемый духовный мир». Мероприятие под таким названием прошло сегодня в Акимате Актюбинской области. В ходе встречи государственные служащие ознакомились с произведениями актюбинских поэтов, писателей, историческими произведениями по истории края. Внимание участников мероприятия была представлена новая коллекция книг из фонда научной библиотеки имени Баишева по саморазвитию и совершенствованию психологических и коммуникативных навыков. Также госслужащие ознакомились с учебниками и пособиями на английском языке, предназначенными для поступления в зарубежные университеты по программе «Булашак». Основные, значит, вопросы, которые мы сегодня хотим затронуть, это, конечно, профессиональный рост наших государственных служащих, значит, научить их навыками ораторского искусства, общению с книгой, потому что, к сожалению, последние годы в связи с появлением социальных сетей большое количество людей, значит, занимает это время посещением вот именно таких страниц. Вот с учетом вот развития личностного роста, профессиональных качеств, конечно, ничто не сравнится с книгами. Сегодня вот сотрудники библиотеки имени Баишева дают нам возможность познакомиться с новыми изданиями, связанными с ораторским искусством, профессиональным ростом, с деловым администрированием.